Все. Поехали. До свидания. Поехали. Двойная миссия. Так, сохранился. Набираем. 500 тысяч дадут. Что-то маловато, кстати. Сохранился, не перед ним. А, нет, кстати. Сохранился, да. А то это ж такая опасная. Все. Хранится никогда не лишним. Так, потом денег чуть маловато будут. Отсыпают. Ну, зато дадут. Блин, еще даже одно очко лишнее осталось. Ебать, мы уже почти 95%, наверное, у нас с ними дружба. С этими петушками. Да, надо другую галактику. Да. Нормально мы их так прикачали. А ну, че мы только на них работаем? Че, больше не на кого? Что? Ну, а походу нет. Да, это комиссии ткани. Может, там что-нибудь выстрелили? Не, там какие-то были петушки вот недавно, кстати. Вот, на других какие-то работали. Ну, все. Все. Этому негру, кстати, подходит этот робот. Он так же выглядит в реале, блядь. Кстати, да. Есть такое. И там ему подходит, кстати. Заметь, пацану. Он шлеми, робот в шлеме. Он живели. Высадка. Сейчас мы еще по врагам. Так, тут надо аккуратно действовать. Да. Не обоссаться. Согласен. Так, чё, куда тут идти-то? Включай контакт, чтобы уничтожить её, оставить ничего, чтобы использовать враг, короче. Целевая организация отмечена в контрольном пункте, блядь. Слева вертушку уже вижу вдалеке. Не вижу вертушки. Это только солнце ебаное, блять, которое что-то светит, блять. Собьешь ракету, да? Ты на лавче со пушки, по его танк вижу, едет. Тут какие-то ей гейзеры, кстати. Прикольно. Мужик говорил, что не дамажить мог. Не знаю, насколько это достоверная информация. Зайти так попылить. Может, под гейзер статин тебе письку типа пощекочет. Мне уже что-то полетает издалека, я даже не могу нацелиться. Ты в центр не иди вообще здесь никогда. Здесь в центре яма какая-то. По краям ходи. Я назад на горку еду вообще. Да. Это хуёвая идея вообще. Надо этих всегда высотуры держаться. Зачем, чтобы на высотуре еще был столб, в котором прятаться. Сзади вертушка. Скаут рулят, блядь, педалят. А, они взлетают с этой базы только. Ебать, мы его отпомнили, блядь. Блядь, не толкаюсь. Вижу врага. С печом, блядь, ебанул тварь. Блин, по мне еще перетает. Бля, надо отступить. Полетает жестко. Да тебе тут надо уходить. Пидорас, блядь, заебали эти танки спичевские. Есть, по ногам отработали. Нихуя аккуратно не получилось, весь раскоцанный, блядь. Готов. Ну что все это гнида ебаная, блядь. Танк блядский, который, блядь, всегда попадает, всегда, сука. Уничтожить базу, блин. Врываемся, чувак. Топчем. Значит,
что у меня такой топтатель, блядь, не тормозит сильно тут. Мне кажется, у меня... О, робот бежит. И вертолёт. Вниз вертушка. Как я не попал, блядь? Привет, мелкий. Два танка поехало, ёпка, блядь. Блядь. Танки ебаные, блядь, тварь. Минус танк. Танк тоже ебаный. Все, я убил робот. Сегодня отрабатываем здание все. Все, что можно, надо, блядь, работать. Машины, блядь. Оба, нахуй, дави их, блядь. Что тут еще осталось? 51%. Чёртовы наемники, блядь. Блядь, вниз, ничего нету, блядь. Ну поле, блядь. 9%. Что ты еще бы раздавить вам? 6%. Стену ломай получилось. По проценту еще немножко. 2%. Все. Сзади танки поехали. Работают по нам. И робот побежал. Насыпаю. А что нам надо? Перейдите в точку эвакуации, блин. Чувак, беги до точки эвакуации. Где она, блин? Бяу. Недалеко, кстати. Давай, садись. Сейчас бы сигануть прям на корабль. Там наших пацанов Фина обоссывают, еще пацана обоссывают. Давай. Отлично. Фух. Бля, ну вы пацанов обоссали жестко. А на следующей миссии их можно поэкономить. Должно быть легче, по идее. Че взять? 18, нифига себе. РДБшечку. Пич бери. Бери. Пич, да, чего не 20 бери, короче. Хую. Слазаем. Здесь вот это РДМ-4 у нас нет вообще. Эта штука. По-моему, тут можно все будет взять, кстати. А, они не все. Так, что еще? Радиаторы нахуй нужны. Не 22 штуки. Продать не вылишь. Все. Да, пацану руку сломали. А в руке было что-то. Блять, у них там оружие было, наверное. Да. Надеюсь, не очень дорогое. Жестко. Не хотелось бы проебывать. Продолжаем. Ладно, ему его оставим, постоит. Поехали дальше. Это тоже весь красный. Угу. Надо, блядь, а ему свет. Руку тоже, кстати. На руки-то пофиг у него, конечно. Не самый некоцанный, кстати, по-моему, я все равно. Угу. У тебя сзади вообще нормас почти. Угу. Да, этого нужно оставлять, иначе его разъебут, у него нога. Я его оставлю на базе. Придется на всех участках цели уничтожать. Реактор онлайн. Сенсоры онлайн. Weapons онлайн. All systems nominal. We've been hired to execute an objective raid. Our intel places these objectives at various locations in this area. Head towards the areas marked on the map to locate the individual targets.
Watch for enemy patrols in the area. Heading to location. Navigating. Так, все, стойте тут, пацаны. Мы выдвигаемся. I'm at your designated position. Вижу, турелька выскочила. А вот, ох ты. Танк. Не пойму, откуда стреляют. Там сверху танк вижу. Да нет, дальний звук. А, вон он, какие на огоньке сидит. Бля, ебать, он мне попал. Да не ты, да, вертушки, вертушки. Работали. Готово. Заливает неплохо. Target destroyed. Target acquired. Там летит все, что да можно. Да чуйки живучий пиздец. Я не знаю, сколько я ебенил этот танк. Да в него вот он долбили. О, блин. Спереди вертушка летит. Не летит. Далеко летит. Танк едет. Еще турель бомбит нас. Работай по вертушке. Так, что ж там так? Ух, ебать, ну что-то плохо, нахуй. Я, походу, на провод наступил, блядь, на взрывной. Плюс там. Что-то вам не стреляет. А, турель высадился. Вот мне кажется, этих уебанов звать, что сейчас ёбнут, блин. А, там сзади турель у нас бомбила. Там летит через горку какая-то хуйня. Все, мне кажется, если мех выйдет, надо звать. Черти. Да, примерно. Ну, можно их поближе подтащить, наверное. Наверное, поближе подзову. Target destroyed. Блять, сзади стреляет хуй. Да, сзади мех. Мех и танк. Танк. А, танк, мех. Ёптую мать. Ты чё, какой-то, блядь, странный мех, нахуй, просто такой вижу, блядь. Чё-то за машину. Меня выбил броню передней. Его положили танк, нужно срочно. Вертушка. Снимаю. Танк ёбнул. Вертушка тоже ёбнул. Нам надо в другую точку уже идти. Ну, блять, мне скоро выбьет руку, короче, броню сняли. Не охота терять лазеры, блять. Мне, кстати, тоже могут АП-10 выбить. Это крутую, она 600 стоит. Жалко будет, блять. Да. Мне просто броню на этой руке сняли. Там нельзя урон получать, пуча. Да они сзади вот как раз высекаются. Зовите их они с нами, идут, блядь. Они идут, лучше, блядь, их, чем нас, как говорится. Да тут надо яму здесь пройти. Ну что, залил, надо обходить. Да, надо обходить яму. Ебать, яма глубокая. Блядь, как ее обходить-то, я не понял. Ну, вон там, походу.
Нет, там тачка стоит. Ты в другую сторону пошел или что? Я за тобой бегу. Да я сам не знаю, куда бегу. Ну, попаще, наверное, вот так. А, подожди, а как карту открывать-то? На Б вроде. Да, может зайти либо там. Ну, пошли вот так вот направо, пошли направо сюда. Ну, пошли направо. Там, конечно, крюк, но потом еще, по-моему, хуже. Непонятно. Не-не, не сюда, направо. Там еще, да. Я на гору хотел. А. Гора это надежно. Гора это, блядь. Блять, только что-то не забирается нихуя. Нам обойти вот это и зайдем как раз с хорошей точки. Не хватает прыжковых двигателей, конечно. Что нам держаться вместе действительно. Да, масс идем. Каньон какой-то. Дай нам обходить еще его. Какие-то поселения, не знаю, убиван нам. До своей смерти, блять, обходить. Это самое из этого. Из No Man's Sky пацаны строили, наверное. Домики такие. На планете чужой. Я пришел, раздавил. Так, аккуратнее надо сейчас. Очень аккуратно. Предельно аккуратно надо поступить. Тут, наверное, займем позицию где-то вон там на горке. Да, нам две цели уничтожить. Вижу уже какие-то хуйсосы. Да. Так, чё, пацаны, чё с пацанами-то делать? Их поставить. Ой, ещё взлетело. Танк проводимся. Готов. Ёб твою мать. Надо быстро цели разъебать и уходить. Уходим, уходим. Пацанов забрал, убивай отсюда. Вон там. Можешь пока пофокусить их, я думаю. Эвакуация. Нет никого. А, все, разъебали. Нет, там что-то еще есть, что-то идет. Вертолетик прилетел. Уебнул, блядь. А глупый вертолетик. Вы еще у меня вроде все целое. Танки с печом вообще какие-то лютые. Да, у них еще надо и ракеты, самое смешное бывает. У них, блядь, епичи еще ракетами стреляют. О, ну ладно, нам окупится это все. Епич 2, АП 5СО. Давай, дорогущие стволы возьмем, что-то есть. Крепас тоже сгонят. Остальное все. А можно все дорогое лазеры взять, чтобы дать. Да, буран набираем, будем просто хуйни все. Я еще здесь что будем продавать. А тут, по-моему, весь магазин забрали. Продолжить. Че тут? Наш. Ну, в принципе, нормас. За вторую ходку меня покоцали, конечно. Ну, нормас. Главное, опуску не выбили. Ну, этому руку отхуячило, короче, да. Там, наверное, РМД. Ну, правда, там дешевая была, она. Небольшая, невелика потеря, блядь. Да. Ебать, и выгнула нахуй тебя, это, блядь. Хуйню. Пойдем на починку. Так, ну тогда оставь ему новую. Ничего.
штукенцию, а мы посмотрим. Ах, где он вот? Так. Рамда 2 потеряли одну. Ничего, у нас еще есть. Да, ну это так, такие пацаны у нас починка. Есть. Так, этих просто починочку. Это мы ничего не выбили, вроде нет. Да посмотрю, набор оружия. Не, у меня все целое. Тогда просто починка тоже. Так, ну что, это теперь лететь. Лететь, лететь. Летят утки. Проститутки. Утки, проститутки. Так, на вот эту нам через как? Надо выгодную цель сделать. Так, а если вот так? И вот так. Поехали сюда. Перелет. Взять курс. Отлично. Че, пацаны, починили все? Я мой еще не починился. Ты еще издевайся. Починились.